Приветствую всех, кто заглянул на мой канал «Роскошные ароматы». И в сегодняшнем видео я хочу поговорить о представителях арабской парфюмерии, которые у меня появятся немножечко позже, а начну я с представителя аргентинской парфюмерии. Марка называется «La Martina». Об этой марке я практически ничего не слышала. Флакончик купила вслепую, как-то так наобум, просто бросила в корзину. И вы знаете, абсолютно не пожалела. Когда я стала искать более детальные отзывы об этой марке, то оказалось, что это аргентинская марка. Об аргентинских парфюмах я как-то вообще до этого момента не слышала и как-то даже не интересовалась. Но этот аромат меня покорил. Во-первых, посмотрите, как сделан флакон. К сожалению, флаконы почему-то продаются только в объеме 30 мл. Я не нашла именно этот парфюм в объеме 50 или 100 или 90, вот только 30 мл. Посмотрите, как сделан флакон. Здесь надпись, крышечка. Вот кто знает Труссарди, новая коллекция, у них тоже там такие, как кожаные ошейники у собачек. А здесь вот такая вот крышечка. Я не знаю, кожа это или нет. И вот посмотрите, как La Martina. Марка называется, кстати, La Martina. Посмотрите, как красиво сделаны вот на лошадях люди. И вот такой вот флакон. То есть, если бы это был такой флакон побольше, мне кажется, вообще смотрелось очень стильно и красиво. Флакон меня покорил. Но когда я начала тестить, разнашивать сам аромат, но он меня покорил еще больше. Этот аромат называется, если я правильно прочитала, честно говоря, не заглядывала в Google переводчик, Adios Pampamia Muir, бренд La Martina. Аромат женский, принадлежит группе цветочные, выпущен в 2011 году, то есть абсолютно никакая не новинка, но отзывов на него почему-то очень мало. По нотам здесь видно, что должно быть не столько цветочное что-то, а вот больше восточное, я не знаю, древесное, ванильно-амбровое. И аромат меня покорил. На фрагрантике его сравнивают со многими ароматами. На первом месте это вот такой вот аромат от Van Cleef & Arpels Bois de Iris. Вы знаете, соглашусь, но не на 100%. Также есть сравнение с Dipti Huduelle. Был у меня пробник этого аромата, также соглашусь, но не на 100%. И увидела еще сравнение с Pearls от Lilac. Вы знаете, тоже соглашусь, но не на 100%. Почему так? Вот если взять все вышеперечисленные ароматы и из них какую-то часть запаха извлечь, вот это здесь все будет. То есть здесь и вот эта камфорность от Lilac для меня лично присутствует. И вот эти сухие приятные деревяшечки, как в Bois de Iris, здесь присутствует. И вот это какая-то пряная восточность, как в Dipti Huduelle, присутствует. Но сказать, что это 100% клон того или иного аромата, я не могу сказать. Для меня они не клоны. Bois de Iris для меня более мягкий, более пудрово-древесный. Для меня приятнее, вот если так, ощущение личное. Этот аромат для меня более такой какой-то жесткий, сухотравный, даже более зеленый, я бы так даже сказала, но тем не менее красив. Вот мне кажется, если бы вот этот аромат выпустил какой-то нишевой бренд или полунишевой, или какая-то бутиковая линейка люкс вышла, все бы восхищались. Ой, да это что-то такое неимоверно красивенно шикарное. А вот так как марка, я думаю, не совсем известна, я ее вот впервые увидела на сайте, где покупала парфюмы, которые я покажу немножечко позже, и как-то заинтересовал меня флакончик какой-то красивенький. И думаю, ну, попробую. Ничего страшного. Маленький флакончик, если даже не зайдет, будем как-то пользоваться. Аромат действительно странный. Я не могу сказать, что здесь супер какая-то ванильная ваниль. Нет. Ваниль здесь есть, но она не такая сладкая, вот как кондитерская ваниль. Вот здесь она какая-то то ли травяная, то ли эту ваниль с какими-то сухими травами смешали. Потому что сухотравье здесь слышу такое конкретное, прям ядреное. Как-то перцовости какой-то такой, специевости, тоже не скажу, что она здесь яркая, но она здесь присутствует и немножечко щекочет в носу. Камфорность, как вот, например, в Lilac Pearls, здесь также присутствует, но она здесь для меня более такая носибельная, более приятная. И деревяшечки здесь есть, то есть всего здесь как бы немножечко по чуть-чуть есть, но
вот как-то определить, о чем этот аромат, вот сугубо о деревяшках или сугубо о ванили или какое-то сухотравье, нет. Для меня это все-таки, вот если так, первое впечатление, первая эмоция, не смотря ни на фрагрантику, ни на какую пирамиду, никуда, я бы сказала, что это дерево, на котором лежат, например, сухие травы разнообразные, причем не просто такие чуть-чуть подсушенные, а такие уже прям сухие-сухие, прям аж пересушенные. И немножечко все это сдобрено щепоточкой специй и ванили, потому что вот эта вот сладость здесь все-таки есть, и она такая также своеобразная. Вот здесь сладость такая, как в диптиху дуэль, то есть вроде и сладко, вроде и пряно, как-то так. И поэтому я... не могу сказать, что аромат такой обычный. Если вы ищете необычный специево-древесный аромат, но с вкраплениями ванили на какой-то такой сладковато-пряной специевой подложке, при этом ладан здесь я чувствую, он такой... не сильный, не суперсильный, но есть. И вот почему-то комфортность, вот как в Lilac Pearls, здесь также для меня присутствует. Но эта комфортность как-то иногда, я ее слышу отчетливо, иногда не очень отчетливо. И как-то она меня здесь не так раздражает, как в Pearls de Lilac. Почему-то так. Аромат действительно такой успокаивающий, умиротворяющий. Это не аромат, будем так говорить, на дискотеку или вечеринку. Это аромат больше для себя, так как диффузность и шлейфовость здесь, мне кажется, средняя, может, даже немножечко меньше. Но при этом слышится аромат. Мне он, честно скажу, очень-очень понравился. Но, вот ореховость, о которой говорят вот многие отзывы, те, которые я нашла, я здесь ореховости не слышу. Вот такой прям ореховости. Может, какие-то ноты мне ее перебивают, может, я как-то аромат не так понимаю, но ореховости здесь нет. Аромат, как я сказала, уже более интимный, мне так кажется, но с нанесением будьте осторожны, потому что, мне кажется, при обильном нанесении он может немножечко раздражать. И вот это щекотание в носу может быть таким, что будет вас очень сильно напрягать. Хотя многие отзывы пишут, что какой-то наоборот тихий, нежный, успокаивающий. Да, тихий, нежный, если нанести умеренно. Если немножечко переборщить, то мне кажется... не совсем получите то, что вы хотите. Потому что вначале, когда вы наносите, кажется, ой, мало, давай еще один пшик, а потом это все может немножечко уйти не в ту сторону, в которую хотелось бы. Поэтому вот что могу сказать? Аромат мне понравился, действительно очень достойный, я просто в восторге. Если вы ищете ноты Bois de Iris, Van Cleef & Arpels, ноты Диптих Одуэли, ноты камфоры, похожие как в Lilac Pearls, все это смешали, все это там как-то разбавили, что-то убавили, что-то добавили, и получится La Martina Adios Pampa Mia. Чудесный аромат. И еще хочу добавить, что собран аромат великолепно. Ничего не выпирает, никакая нота не перебивает другие. Все как-то в таком ансамбле или оркестре звучит достойно. Обратите внимание, учитывая то, что аромат не особо дорогой, даже если он вам не понравится, я думаю, вы будете либо его использовать, либо кому-то продадите, передарите. Как вы захотите, так и поступите. Ну, а теперь переходим к представителям арабской парфюмерии. Это у меня марка Latafa. С этой маркой я не особо знакома. Честно говоря, я с арабской парфюмерией вообще практически не знакома. Есть у меня несколько от Левантов. Я брала... Я решила немножечко познакомиться с арабской парфюмерией, прикупила несколько от Левантов, там разные марки, что-то понравилось, что-то не очень, хотела снять видео, но как-то все руки не доходили, но почему-то захотелось мне попробовать один из ароматов от Latafa, он будет попозже, о котором также мало отзывов, но отзывы, которые есть, его очень хвалят, а вот этот Гима я купила, как говорится, до кучи.
Вот такой вот красивый флакон. Флаконы, кстати, у La Taffa сделаны шикарно, очень достойно. Да, это пластик, но флакончик тяжеленький, стекло тяжелое. Коробки очень красиво сделаны. Что мне понравилось, что флакон коробки устойчивый, то есть там все вот эти перегородочки сделаны так, что флакончик стоит устойчиво, не разобьется во время транспортировки, потому что иногда покупаешь какой-то более дорогой аромат, и там флакон вот так вот, как говорится, телепается в этой коробке, и как они доезжают до покупателя, неизвестно. Итак, аромат Гема. Есть женский, есть мужской. У меня женский, мужской идет точно такой, но в черном флаконе. Этот аромат я покупала без затеста, вслепую. И вы знаете, абсолютно не пожалела. На фрагрантике, к сожалению, нет этого аромата, еще он не представлен. Поэтому ноты я скажу сама. Верхние ноты – это лаванда, шалфей и шафран. Да, шафранчик, лаванда здесь чувствуется. Средняя – мира, амбра. То есть что-то должно быть такое тягуче-смолистое и сладкое. И базовые ноты – ут и кедр. И вы знаете, аромат действительно такой восточный, пряненький, немножечко зелено какой-то хвойный. Когда я его только получила, стала носить, разнашивать, первая мысль у меня пришла такая, что это Лолита Лемпика зеленый любовник Green Lover, но в более таком немножечко другом исполнении. Green Lover для меня немножечко слаже, более современный, что ли, носибельный. А вот этот аромат здесь как-то побольше специй, больше как-то миры вот этой, и лаванды, и шафрана. То есть аромат более восточный, вот если сравнивать с зеленым любовником. Зеленый любовник – это для меня что-то сладкое, какой-то тархун или напиток буратино, вот как-то так. Здесь нет, здесь вот этой ассоциации у меня вообще нет. Почему я решила купить именно этот аромат? Ну, честно скажу, как-то флакон заинтересовал. Как-то он так, по отзывам те, что я нашла, более-менее мне, как казалось, понравится. И вы знаете, действительно он мне понравился. Вначале это такое что-то шипучее, звонкое, вот может даже напоминает мне тот же напиток тархун, причем вот когда вы открываете и вот этот газ, вот это все выходит, вот какая-то такая ассоциация. Но это первое впечатление. Вначале он для меня более сладкий, зелененький. Хвои как таковой или чего-то такого а-ля мира, ладан, лаванда я не слышу. Он кажется такой игривый, нежный, сладковато-зеленый и просто красавец. Но вся фишка этого аромата в том, что он потом меняется, он становится более восточным, более взрослым, если сравнивать с начальным звучанием, с первыми нотами. И этим он мне понравился, он меня этим зацепил. И самое главное, что и начальные ноты мне нравятся, вот эти такие детские, юношеские, игривые. И база, которая немножечко уже становится посерьезнее, мне также нравится. Но я не скажу, что база прям, знаете, восточная, восточная, серьезная. Нет, она также какая-то более молодежная по сравнению с другими ароматами. Такая более звонкая, что ли, но немножечко меняется. И вот, еще раз повторюсь, первая ассоциация – это Green Lover от Lolita Lempicka. Но этот аромат мне понравился больше. Lolita как-то на мне так заслащивается в базе, что я просто не могу ее носить, мне хочется ее смыть. Вот эта сладость какая-то зеленой сладкой пудры на мне лично меня раздражает. А вот здесь также есть вот эта зелень, амбровость, вот эта такая приятная амбровая нотка. Но мне кажется, что и мира здесь играет свою роль. Мира придает вот некую такую тягучесть, но очень-очень легкую. Здесь это все легче, это более современно, более по-европейски, я бы как-то так сказала. Я не знаю насчет мужского аромата, также по отзывам он очень интересный и достойный, но вот женский зелененький мне понравился. Если вы ищете что-то зелененькое, сладковатое, с нотками вот этого Востока, но эти нотки, я бы сказала, даже не нотки, а полунотки, какие-то полутона Востока, обратите внимание на Гема от La Taffa. Этот аромат я ношу сейчас с удовольствием. Стойкость у него неплохая. База здесь приятная также, но база иногда для меня может быть более сладковатой, вот какой-то амбровой такой, знаете, и немножко зелени, а иногда больше какой-то зеленой, хвойной, что ли, вот как будто бы
смола какая-то проскальзывает, вот именно хвойного дерева, смола хвойного дерева и зелень, и некая-некая небольшая сладость. Вот как-то так. Хвойность здесь для меня есть, но не хвойность самого дерева, елки или сосны, а вот именно коры хвойного дерева. Вот как кора излучает вот этот хвойный какой-то смолистый аромат, вот здесь он для меня присутствует. Но тем не менее аромат интересный, достойный. Поэтому вот этот аромат я могу рекомендовать, попробовать, потестить, если у вас есть эта марка в городе, например, или в магазинах. Но за тест, наверное, обязателен. Потому что, мне кажется, не всем понравится вот эта такая некая сладкая хвойность или такая немножечко бальзамично-смолистая хвойность, на такой сладковатой, но, тем не менее, очень вкусной, я бы сказала, такой лимонадной подложке. Не все это примут и поймут. Поэтому за тест именно этого аромата я бы рекомендовала, поскольку он действительно такой необычный. Ну, на мой нос. Но мне понравился, я очень довольна. И следующий аромат, третий в этой подборке, это тот, из-за которого я и делала заказ. Это Latafa Yara. Дело в том, что на этот аромат отзыва практически нет. Буквально 2-3 отзыва, и все его так расхваливают, так поют ему оды, что я просто его как-то вылавливала, и наконец-то он появился на Натина, чему я очень рада. И вы знаете, аромат действительно интересный. Не скажу, что это что-то новое в парфюмерии, поскольку для меня это что-то а-ля Хаяти от Attar Collection и вот таких вот схожих ароматов. Но учитывая, например, ту же ценовую политику Attar Collection и Latafa, то Latafa здесь, конечно же, выигрывает. Аромат новиночка. Он выпущен, по-моему, в 22-м году, если я не ошибаюсь. Его практически нигде еще нет, но вот на Натина он появился. По нотам видно, что что-то должно быть такое взрывное, фруктовое и гурманское, и вкусняшно-няшное. Но, как я сказала, для меня это одна из вариаций на тему Attar Collection Хаяти. Это то, что мне первое пришло в голову. Если есть какие-то ароматы, схожие с Хаяти, значит, и вот они попадают туда же. Для меня лично это, по сути, как бы тот же Хаяти, здесь меньше малины или вот этой фруктовости. Может, какие-то другие фрукты появляются, не только малина, а вот все-все-все-все как бы смешали. Может, здесь и персик как-то проскальзывает, и малинка, и остальные какие-то такие сладкие вкусные фрукты, но на такой молочно-сливочной подложечке. То есть здесь молочность, вот эта пломбирность, я бы сказала, чувствуется очень хорошо. Аромат абсолютно девчачий, аромат абсолютно такой беззаботности, юности, повышающий настроение. Не скажу, что женщины, которым немножечко больше 18, не могут им пользоваться. Нет, могут все пользоваться. Пользуйтесь с удовольствием. Поднимайте себе настроение. Нет. Но вот для девчонок, молодых девчонок, я бы рекомендовала однозначно. Это такая вкусняшно-няшная нежнятинка, которую замешали и, так сказать, поместили туда все вот эти фрукты красивые, и все это звучит прекраснейше. Никаких цветов или цитрусов, честно говоря, я здесь не слышу. На мой нос здесь ни танжерина, ни гелиотропа нет, а вот база ваниль и мускус присутствует. Сандал тоже как-то, ну, мимо меня прошел в этом аромате. А вот ваниль, мускус, и мускус здесь такой нежненький, такой воздушный, пушистенький, миленький, что просто не передать. Когда его получила, ну, естественно, начинаешь разнашивать, попал мне на кофту. И я эту кофту где-то там повесила, забыла. Где-то день-два я о ней там не вспоминала. И подумала, ну, какой-то ароматик, среднестатистический, абсолютно нестойкий. Но буквально через 2 дня... похолодало, я достаю эту кофту, надеваю и чувствую, что это такое вкусное, какое-то такое и сливочное, и немножечко пудровое, и какие-то фруктики вкусненькие такие, прям няшечки, даже не фруктики, а вот как фруктовое какое-то пюре или тарелка с такими уже прям переспевшими фруктами, и все это такой легкой-легкой форме, как будто бы дымка какая-то, не такой яркий аромат, а дымка. Потом вспоминаю, это Latafa Yara. Ага, значит, не то, что он не стойкий, он действительно стойкий, и на одежде стойкий, просто я его не слышу, то ли при
привыкаю, то ли еще что-то. И этот аромат также комплементарен. Я рада, что Яра появилась. Кстати, на Фрагрантике не было этого аромата. Вот буквально пару дней назад я зашла на Фрагрантику, уже появилась страничка Яра Латафа, там уже ноты, и можно писать отзывы об этом аромате. Рекомендую, девчонки, рекомендую. Мне кажется, на сейчас он как-то не особо в тему, сейчас я как-то предпочитаю, даже если и гурманские ароматы, но немножечко в другом направлении, это все-таки, я думаю, весна, лето, может, ранняя осень. Вот как-то так. Сейчас, ну, мне кажется, не его время. Вот как-то не сочетается у меня вот осень, золотая осень, уже похолодало, и вот эта такая беззаботная легкость фруктово-сливочная. Прочитала в отзыве, что кто-то слышит пинаколаду. Соглашусь, соглашусь. Вот некая пинаколадовость. Да, сказала, конечно. Некие ноты вот пинаколады, вот этого коктейля здесь присутствуют. Но все равно они не как коктейль, а вот как аромат парфюма. Прекрасный, прекрасный, чудесный аромат. И хочу сказать вообще о марке Латафа, что марка меня покорила тем, что ароматы абсолютно не химозные. Ароматы не звучат дешево. Ароматы довольно-таки стойкие, диффузные, шлейфовые. И мне кажется, если брать соотношение цена-качество, то здесь качество на порядок выше цены. Я после этой покупки начала изучать другие ароматы, искать отзывы, что бы я еще хотела потестить от марки Латафа, и все-таки заказала еще два аромата от Латафа, они пришли, я их немножечко поношу, разношу, и уже немножечко позже выйдет видео о тех ароматах Латафа. И был еще там один аромат, также вкусняшно-няшный, от Gin Artist, также меня покорил, сейчас также им пользуюсь, разнашиваю, вкушаю и повышаю себе немножечко настроение. Итак, девчонки и мальчишки, вот такой вот видео у меня получилось о двух представителях арабской парфюмерии и один представитель аргентинской парфюмерии La Martina. Аргентинская марка, запомните, познакомьтесь, найдите, потестите, достойнейшая вещь. Кстати, забыла сказать еще одну вещь, почему я обратила внимание на этот аромат La Martina Adios Pampa Mia, потому что во всех отзывах или практически во всех говорили, что это клон Amouage Epic. Я не соглашусь на 100%, даже там на 90 или 80, что это клон Epic Amouage, но вы знаете, некая такая схожесть, тенденция в подаче аромата, в звучании, в раскрытии, вот что-то схожее есть. Если вы фанат Epic Amouage, который сейчас днем с огнем не сыскать, а если можно сыскать, то цена уже очень и очень даже высокая, я бы сказала, супер высокая, обратите внимание на La Martina. Вот что-то такое, какие-то перезвоны, сходство с тем ароматом есть, но не клон стопроцентный. Поэтому, возможно, он мне также и понравился, поскольку Epic мне нравится, очень нравится, но сейчас его, к сожалению, просто так не купить. Ну, все, на этом уже буду закругляться, поэтому, если вам видео понравилось, ставим пальчики вверх. Также не забываем подписаться на канал, иконочка вот где-то здесь, ну или здесь. Напоминаю, подписка, колокольчик, лайк и комментарий. Возможно, что-то еще вы мне посоветуете из арабской парфюмерии или именно марки Латафа. Ну, а на сегодня уже всем пока-пока и до скорых встреч!